Многие звезды российского балета зажигались именно в этих стенах. Пермский хореографический колледж – уникальное учебное заведение, благодаря которому Пермь знают в Японии, США и многих других странах мира. До войны в Пермь эвакуировали Кировский, теперь он снова Мариинский театр из Ленинграда. Вместе со взрослыми артистами приехали и дети, учащиеся хореографического училища. Появление такого количества звезд на пермской сцене, а концерты и спектакли давались в оперном театре едва ли не ежевечерне, произвело в индустриальном городе нечто вроде культурной революции. В 1944-м театр уехал, оставив после себя хореографическую студию. Ее возглавила бывшая солистка Мариинского театра. Екатерина Гейденрейх – выпускница Санкт-Петербургского театрального училища. Несколько лет ей пришлось провести в Усоль-Лаге, и только после многочисленных хлопотаний друзей ее все-таки отпустили, но запретили жить и преподавать в столичных городах. Именно Екатерина Николаевна сформировала молодую балетную школу на высоком профессиональном уровне. Благодаря ей теперь Пермское училище известно по всему миру. А находится училище в здании, которое прежде служило интересам образования. Здесь располагалось женское епархиальное училище. Девочки из семей священнослужителей готовились стать учительницами для церковно-приходских школ. Интересное рядом. Обратите внимание –